сайт 0629.com.ua родился в 2006 году как тренировочная площадка для айтишников, открывших свою студию по разработке сайтов. 4 цифры в названии сайта 0629 – это телефонный код Мариуполя. Его знают все, поэтому и запоминается адрес сайта легко. Вначале сайт болтался без дела, а в 2007 году в команду пришла Катя Малакутская и начала выстраивать менеджерский отдел, отдел продаж. «0629, рекламный отдел, здравствуйте». Продавать рекламу на сайте означает искать новых клиентов, которые будут помогать развиваться сайту и давать ему какие-то финансовые возможности. Ориентированы на тех людей, которые тоже строят бизнес в Мариуполе. То есть это бизнес для бизнеса. Скорее всего, это какие-то средние и мелкие предприниматели нашего города. У нас есть 3 пакета. Пакет премиум, пакет люкс и пакет стандарт. В зависимости от количества информации и от расположения на сайте. Клиент выбирает себе пакет, заполняет его. Мы в этом ему помогаем. Вот, и проводим клиента уже полностью всю сделку. С 2009 года мы начали создавать уже на базе этого сайта собственную редакцию. Ее начинала делать я, и была сначала и редактором, и корреспондентом, и фотокором. Ну, а потом мы стали развиваться, расширяться и набирать популярность. Сегодня сайт Мариуполя 0629.com.ua – это около 4 миллионов уникальных посетителей в месяц. Это большая команда, 6 журналистов, 8 менеджеров по рекламе, около 10 авторов, с которыми сайт сотрудничает на гонорарной основе, SMM и техподдержка. А еще наших журналистов можно встретить на улице. Мы единственные в Донецкой области, кто развивает свое медиа как бизнес. Наши профессиональные стандарты – открытость, честность, непредвзятость и оперативность. Наши ценности – свободная, независимая Украина. Свободная страна свободных людей, которая развивается по демократическим принципам.